Топ мест для занятия секса с девушкой. Ставь лайк, приятного просмотра и поехали. Первое, ну конечно же, это парк. Если вы хотите разнообразить секс со своей девушкой, займитесь с ней сексом в парке. Был когда-нибудь? Да. Да, вот это такая примерная реакция. То есть вы выбираете какой-нибудь удобненький парк, например, ну, не знаю, самый популярный, допустим, парк Горького, там есть такое место, как называется, как Нескучный сад, там очень мало людей, и можно куда-нибудь забраться с девушкой так, особенно вечером, чтобы никого не было, выбрать какую-нибудь прикольную скамеечку, либо какой-нибудь уголочек и попробовать что-то сделать. Но опять же, смотрите, чтобы вас никто не спалил, потому что это противозаконно немножко, и есть вероятность то, что вы попадетесь, ну, или там попадетесь в какие-нибудь телеграм-каналы. Поэтому для занятия секса с девушкой в парке выбирайте правильные парки. Кстати, в идеале, чтобы там, например, не было фонарей, было очень темно. Ну и, конечно же, соблазняйте девушек в парке. Очень крутое место, особенно в хорошее время года. Второе место тоже очень популярное. Ну, конечно же, это секс в машине. Если у вас есть своя машина, либо у друзей, у кентов, либо у родителей, например, очень круто разнообразить секс с девушкой именно в машине, потому что практически у всех девушек есть такая фантазия, чтобы, например, там, ну, опять же, это нужно делать максимально безопасно, там, ни в движении, ни в дороге. Выбрали укромное место, в идеале, где нет тоже освещения фонарей, заехали в какой-нибудь двор, машина в идеале должна быть тонированная, ну и, конечно же, уединиться в машине самое то. Третье место, в котором вы можете разнообразить секс со своей девушкой или просто удивить какую-нибудь девушку, ну, конечно же, это секс в туалете. Есть очень много разных заведений, в которых вы можете классно провести время. Например, в некоторых клубах. Трахали когда-нибудь в клубе? Да, по очень большой страсти. Когда со своим парнем приходила в клуб и понимала, что до дома уже не доеду. Это очень круто, потому что бывает в моменте, там атмосфера в клубе такая достаточно расслабленная, все люди кайфуют, все красивые, музыка. И в некоторых клубах, например, вот я помню, я заходил когда-то в Royal Arbat, или это караоке, на Арбате находится, там очень просто впечатлило меня, там идет целая линия туалетов, и в каждом туалете есть огромный диванчик, огромная площадь, и там можно достаточно комфортно заниматься сексом с девушкой. В некоторых даже клубах есть специальные там и автоматы с презервативами. Ну, то есть, как бы, все в норме, и секс в туалете — это очень такая достаточно популярная тема, потому что вы можете соблазнить либо новую девушку и сразу отвезти ее в туалет, либо там, например, разнообразить секс со своей девушкой. Одна из фантазий девушек — это занятие сексом на крыше. Ну, у нас, например, есть в квартире крыша, это тоже очень прикольно, когда ты зовешь девушку, говоришь, там, вы курите кальянчик, там, и прям она очень сильно возбуждается, прям на месте с красивым видом занимаетесь сексом. Либо подумайте, где вы можете забраться на крышу дома, но опять же, все должно быть максимально безопасно и аккуратно. Скорее всего, секс будет быстрый, но девушка получит очень много ярких эмоций и запомнит этот секс надолго. По пути, кстати, на крышу можно тоже заняться с девушкой сексом, например, в подъезде. Раньше, когда не было денег, когда нету, там, живешь с родителями, возможности заниматься сексом негде, у меня была такая встреча, что я познакомился с девушкой, просто мы шли по улице, я в любой подъезд там набрал какой-то домофон, сказал, что это почта, зашли в подъезд, ну, там на лестничной клетке, там поднялись на самый высокий этаж, что-то придумали, что-то сделали, почему бы и нет. Тоже, ну, опять же, это не совсем гигиенично, но в формате быстрого секса и получения новых эмоций тоже очень круто зайдет. Одна из тоже прикольных фантазий, например, когда вы находитесь на отдыхе, это секс на пляже. Технически тоже не совсем удобно, потому что вы, когда занимаетесь сексом на пляже, вы можете там стереть коленки, а песок там и так далее, но с точки зрения разнообразия выглядит очень круто и прикольно. Обязательно попробуйте и соблазните какую-нибудь девушку на отдыхе и займитесь с ней сексом на пляже. Это очень круто. Например, когда вы находитесь с девушкой дома, ну, в основном все занимаются сексом на кровати. Это тоже такая достаточно скучная история. Займитесь сексом, например, с девушкой на балконе, особенно если красивый вид. Или, например, займитесь с девушкой сексом в ванне, но, опять же, не в самой ванне, чтобы была вода, потому что вода смывает естественную смазку, которая выделяется у девушки, а где-нибудь там, ну, либо на самой ванне. Ну, самое главное, чтобы, короче, вода не попала на члены, не попала внутрь, потому что может натирать. Тоже для разнообразия очень прикольно. Следующий тоже очень популярное место для секса – это отель. Ну, некоторые скажут, да, в принципе, ну, а что тут такого? Если вы находитесь с девушкой в достаточно долгих отношениях и занимаетесь сексом в основном, ну, дома, снимите какой-нибудь отель в качестве разнообразия, пригласите ее поиграть в какую-нибудь, там, например, ролевую игру, типа она какая-нибудь грязная, вонючая шлюха, которую ты хочешь трахнуть, и сделайте разнообразие. Опять же, там в отеле очень можно делать много разных грязных вещей, например, сквирти девушку, девушка не будет думать о том, что она зальет кровать или там своей жидкостью, и там можно
вытворять разные прикольные штуки и пробовать какие-то новые эксперименты. Поэтому отель очень круто подойдет для разнообразия секса. Если у вас есть деньги, и вы, например, тоже находитесь на отдыхе, очень крутой вариант заняться с девушкой сексом, ну, на яхте или, если прям по бюджету по минимуму, это в лодке. Очень экстремально, очень разнообразно, самое главное, далеко не уплывите, потому что вас придется потом искать. Тоже одно из самых популярных мест – это примерочная. Ну, любая девушка мечтает заняться сексом в примерочной. Вы зашли в какой-нибудь торговый центр, зашли в какую-нибудь кабинку, особенность этих кабинок очень много, она закрывается изнутри, и там можно… и не так много людей. Займитесь девушкой сексом в примерочной, но опять же, только очень аккуратно, ну или просто дайте ей в рот хотя бы для эмоций, тоже будет достаточно прикольно. Ну и последнее, самое популярное место – это, конечно же, кино. Очень много девушек тоже мечтают заняться сексом с парнем в кино. Все смотрят какие-то фильмы для взрослых, и там постоянно есть такие сцены. Последние ряды, сеанс, где мало людей, легко, аккуратненько. Ну, вас, естественно, могут выгнать из кинотеатра, но постарайтесь это сделать максимально экологично. Можете хотя бы дать ей в рот, тоже по эмоциям будет очень ярко. Что, у тебя было такое? Да, но все равно же выгонят, так выгонят. Не за фильмом, понятно, туда уже пришли. Да. Большое спасибо за просмотр этого видео. Ссылочку на нашу прекрасную гостью Екатерину на ее инстаграм я оставлю в описании под этим видео. Заходите, смотрите, может быть, какую-нибудь красивую попочку вам выложат и будет что-то интересное. Титечка, как бы все есть, все красиво. Ну, а если вы хотите научиться классно заниматься сексом с девушкой, хотите стать настоящим профессионалом и лучшим любовником в жизни любой девушки, чтобы она запомнила вас раз и на всю жизнь, то также по ссылочке в описании я оставлю обучающий бесплатный телеграм-бот, который поможет вам прокачаться в теме секса очень легко и просто. Поэтому переходите по ссылкам в описании, развивайтесь и будьте прокачанными чуваками. Всем спасибо, всем пока.